Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на шоколадку Милка с Орео. Орео должна быть и сверху, и снизу. Кто не знает, это маленькая печенька. Здесь она даже, кстати, чувствуется. И наша фиолетовая корова. Это, кстати, новинка. И здесь есть вот длинные составы. И также здесь 92 грамма. Не 90, как у всех сейчас, а 92 даже. И давайте посмотрим с вами состав. Здесь состав на всех языках. Значит, эта шоколадка не только в России. И давайте же ее откроем и посмотрим. Так, вот такая шоколадка. Сейчас она лежит у нас задом наперед. Или кверх ногами, как это будет правильно. Она, к сожалению, сломалась у нас почему-то. А вот мы ее перевернем. Как она у нас выглядит в перевернутом виде. Ну, может быть, это и хорошо, что она сломалась. Мы ее сейчас всю рассмотрим. Шоколад немножечко даже блестит. Тут вот. Вот, наверное, вот так вам видно. Видно, что это Орео. Видно то, что вот он крем здесь. Почти у всех. Это даже, знаете, немножечко даже, мне кажется, это красиво. Особенно тут, где его вот много. Конечно, это немножечко неаккуратность. Но я думаю, что это даже красиво. Вот видно, что вот оно Орео, то есть его белая начинка, потом идет шоколад, и потом снова эта печенька. Уже там, наверное, приклеенная каким-то образом. То есть, наверное, под ней снизу, наверное, нету. Такие маленькие печенюшки, так необычно. И прямо написано Орео. Как-то даже это... Как по-детски, что ли. Вот. Давайте попробуем. Это очень вкусно. Это безумно вкусно. Сама печенька Орео вкусная, да? А еще к ней добавил шоколад, добавляется. То есть не шоколад, не просто там какао, который находится в ней. А именно прям шоколад, и это вдвойне вкуснее. Это очень вкусно, советую такую подарить. Мне кажется, это каждому человеку, кто хоть раз пробовал Орео, ему понравится очень эта шоколадка, очень вкусно. Можно даже вдвоем, то есть подарить вместе шоколадка и печеньки Орео, чтобы человек попробовал, если он ни разу не пробовал, попробовал и так, и так. Также мы с вами забыли, кстати, сравнить, ради чего мы здесь все. Как на картинке тоже Орео и крем вот этот виднеется, шоколадка виднеется и снова печенька нижняя. То есть, в принципе, все правильно. Как на картинке, так же и здесь. И также на картинке у нас виднеется сама, то есть печенька, да, и вот этот вот крем по бокам, он есть. Единственное, здесь, конечно, неаккуратно. То есть мне казалось, что так должно быть. Нет. Она, видите, здесь вот все аккуратненько у нас. Нигде ничего не вылазит, не выпукает, не выпирает. Например, вот как вот здесь вот, вот оно прям выпирает. Прямо здесь выпирает. То есть, ну, это немножечко неаккуратно. Все-таки они должны были постараться сделать поаккуратнее. Ну, а так, если, в принципе, это все не замечать, то довольно, смотрите, красивое. И с этой стороны, и даже с этой стороны она, в принципе, симпатичная. Давайте поближе вам покажу немножко. Вот она, видите, блестит.
Шоколад блестит прям. Очень красивое, вкусное очень. После вкуса вот эти вот печеньки Орео, это что-то бесподобное. Я думаю, эта шоколадка еще с кофе, наверное, будет просто обалденная, очень вкусная. Советую, ее можно подарить. Ее можно просто самим покушать, или когда гости придут, допустим, ее достать можно. Гости удивятся, такой шоколадкой, тем более это новинка. Послевкусие остается вот прям такое. Очень-очень мне понравилось, советую. Вот, и всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно, как вам такая шоколадка, понравилась или нет. Чем понравилась, чем не понравилась. Также смотрите наши другие ролики, наши обзоры на другие продукты, обзоры с фикс прайса, обзоры техники и, конечно же, влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, как мой сыночек развивается, как он занимается, как растет. И всем пока-пока!